Друзья, еще один у нас экземпляр из семейства Luxillon. Называется Savage. И видите, они здесь есть и желтые, есть и зеленые, есть и черные. Чем хороша эта струна? Тем, что она многоугольная, да? Вот здесь даже написан рисунок специально для того, чтобы помогать, и вы могли выбрать и понять, что это струна многоугольник, да? То есть в нем такие есть острые грани для того, чтобы вращать. Она по своему ценовому диапазону стоит чуть подешевле, но это также великолепная струна, и вы можете ей попробовать прекрасные просто струны Luxillon. Спасибо, друзья!